Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Antares, где я получила займ на $1000. Два видео я писала чисто для выполнения задания, но это не обязательно видео писать. И мне начислили $1000, и в сегодняшнем видео я буду ставить денежку на вывод. Вот. И хочу показать все в режиме онлайн, как это делается. Значит, я напоминаю, выполнила все задачи. Первая социальная сеть. Вот все здесь будет у вас сначала, когда будете задание выполнять, совсем другой текст. Вы этот текст будете копировать, кто захочет присоединиться. И обратите внимание, укажите сумму займа. Сюда прописывайте сумму, которую, как бы, какую вам дадут на займ. Потому что у каждого сумма разная. Мне присвоена категория 3, и я от $100 до 1000. Мне, я указала $1000, как бы мне начислили $1000. Я выполнила сюда, писала ВКонтакте, потом YouTube и Facebook. Два раза я писала видео по выполнению задач. Там ничего сложного нет, разобраться можно. Значит, мне все присвоили, все хорошо. Мне пошли начисления, друзья. Потом по истечению срока... Вот, я отправляла еще. Так, подожди, сейчас покажу. Значит, финансы, инвестиции и займы. Значит, у меня получено прибыли $95 это. Но у меня на балансе $80. Их я вот и буду выводить. Для того, чтобы вывести денежные средства... У вас здесь вот инвестиции и займы. У меня было сначала написано 27.07. И опять же таки, я уже видео не писала. У меня ВКонтакте две социальных сети. Ну, моя первая социальная сеть ВКонтакте и как бы запасная. Я указала, скопировала, опять же таки, тут был текст. Вот, и я его скопировала, все прописала, сделала я скриншот. Сейчас я вам даже покажу. Надо его только найти. Вот он, 27 июля. Всем привет. Ну, в общем, я уже зачитывать не буду. Вот, прошло 19 дней с момента публикации. Ля-ля-ля, тополя, вот $1000. Вот я сделала скрин, вот этот вот. И сделала свою реферальную ссылочку. Я вот нажала вот сюда, вот где число стоит. Скопировала вот эту ссылочку с одного контакта, с дополнительного контакта. И я все здесь, как бы, у меня вот сейчас исчезло, потом опять появится. Вот, вставила, все отправила. Им на что мне пришел... 27 июля. Поздравляем, ваше третье сообщение подтверждено. Через 15 дней после начала работы займов у вас будет возможность заказать первую выплату начисленной прибыли. И сегодня 30.07, вот 30 июля, поздравляем, сообщение для получения выплаты подтверждено. Заказанная сумма уже у вас на бонусном счете. Вот, и я что, как я уже сказала, я две ссылочки отправила им от ВКонтакта. И третья ссылочка, я сделала такой же самый пост, сделала на Фейсбуке. И также я кликнула сюда, скопировала ссылочку в адресной строке, и все я отправила благополучно. Далее что, теперь иду на рабочий стол. Вот, чтобы у вас было P2P инвестиции, вот это. Обратите внимание.
И вот у меня на бонусном счету $80. Значит, здесь как будто эта местная монета равна одному. Ну, значит, $80. И я хочу показать, как выводить денежные средства. Кликаю «Вывести средства». Перебросила «Вывод средств». Кликаю вот на эту первую вкладочку. «Interchange» – обмен. Так, и у меня появилось здесь. «Укажите валюту». И что у нас здесь? Биткоин, Ethereum, Litecoin, USD Perfect Money, USD Payer. Кликаю Payer. Сумма у меня $80. Вставляю сумму 80. Минимальная сумма вывода составляет $10. Так. Далее, вы должны указать личный кошелек, но не должно быть ограничения по времени, так как перевод мы отправляем в течение 48 часов. Также вы планируете другие поступления на данный кошелек. Он должен быть постоянным, то есть не изменяться при каждом получении средств. Но у меня один кошелек. Прописываю я кошелек. Проверяем. Так, далее что? Надо, наверное, галочку поставить. Я согласен. Далее отправить код подтверждения операцию в Telegram. Кликаю. Укажите код подтверждения. Вот, мне пришел код. Код подтверждения видим, да? Он одноразовый, так что я как бы смело вам показываю. Копировать. Скопировала. Вставляю. Ставить. Проверяю 723. Где у меня этот Telegram? 723-094. 094. Все. Отправить на вывод. Вывод средств доступен в любое время, но не чаще, чем 10 раз в месяц. Обработка заявки занимает до 48 часов после ее создания. Минимальная сумма вывода составляет $10. Кликаю «Отправить на вывод». Вы уверены, что хотите $80 на кошелек? Так. Отказаться отправить. Отправить. Вы успешно заказали вывод средств. Так. Ну, в принципе, и все. Значит, если я... Вы успешно за вывод средств. Делаю это я впервые. Все методом тыка как бы и в режиме онлайн. Давайте перезагрузим страничку, обновим. И бонусный счет у меня списался. И внизу 30.07.21 год. Это их местное время. Время у меня 13.57. Время. У них 18.57. Мой кошелек. Статус в обработке. Сумма $80. После того, когда денежка поступит, естественно, я запишу видео о том, что мне на кошелек на Payeer пришла данная сумма, а именно $80. Ну, возможно, что у нас Payeer возьмет комиссию. Ну, в принципе, надеюсь, моя информация, друзья, была вам полезна. Вот, кому интересно, присоединяйтесь. У меня есть 2 реферала, но они, походу, ничего не делают. Вот. Выдано займы в ноль у одного и у второго. Почему-то я не понимаю, почему они не берут как бы займ. Не, халява, ребят, дают. Я сюда ни одной копейки не вложила. Если денежка придет, это вообще будет супер. И вот теперь мне 14.08 я буду опять делать очередной пост. Видео я не писала. И раз можно и не писать, можно вот так в соцсети.
Вот. И посмотрим. Вот. Ну а здесь же финансы, инвестиции, займы. Здесь вот так это общая получена прибыль 95. Значит, у меня здесь $15 еще. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.